Всем привет! Сегодня я вам расскажу про новую информацию баннеров и реранов 4.3. Обязательно подписывайся на канал и ставь лайк, и если тебе не хватает примадемов на новых персонажей, то тебе на... Genshin Drop. Самый лучший сайт с примадемами и лунами. Все выводы происходят через Куда Шоп. Официального партнера Genshin'а. С тебя ее ID. С них примадемы. Выводы моментальные. Ни одного случая бана или списания, а также постоянные раздачи, где победить может абсолютно каждый. Сам пользуйся. Ссылочка где? В описании. Насколько вы знаете, игровой процесс на Wii и Chivalrous был выпущен вчера, но сегодня на баннерах появилась некоторая информация. Сразу говорю, верить этому не стоит. Это неофициальная информация, и речь идет только о небольших утечках. А говорим мы сегодня о таких баннерах, как Навия и Аяка, которые выходят в первой фазе, а во второй фазе нас ждет Райден и Ита. Такое уже случалось раньше в версии 4.2, так что есть шанс на это. И если вдруг это окажется правдой, то Альбеда тут уже точно не будет. Он может повториться через версию или через две, но точно не в этой версии. Кстати, в моем телеграм-канале вы можете найти геймплей на Wii и Chivalrous, а также активировать два новых промокода. А еще сейчас там приятный розыгрыш, так что ссылка в описании. Если что, я не могу вставлять официальные фото сливеров и так далее. Это запрещено. Я стараюсь передавать информацию голосом и пытаюсь сделать так, чтобы видео было интересным. Так что надеюсь на ваше понимание. Еще одна интересная новость, что многие инфоисточники на этот счет спорили. Типа, шутка ли эта информация? И через день... Вот именно эту информацию про баннеры удалили. Возможно, Hiveverse разозлились на добытчика информации и решили так ему отомстить. И если вдруг еще что-то появится, и многие скажут, что это правда, и подтвердят, я обязательно сниму видео, так что подписывайся, чтобы не пропустить. Пиши в комментариях, на кого из персонажей копишь, и давай соберем 160 лайков.